Эндотермический процесс – это процесс, протекающий с поглощением тепла. Примером такого процесса служит растворение радонида аммония в воде. В одном стакане находится вода, в другом – кристаллы радонида аммония. Наливаем на подставку немного воды. Смачиваем водой дно стакана и ставим стакан на подставку. Он не прилипает к подставке. Наливаем в пробирку уксусную кислоту. Помещаем ее в стакан. Растворяем в воде радонид. При этом поглощается такое большое количество тепла, что стакан примерзает к подставке. Кислота в пробирке замерзает.